Здравствуйте, дорогие ребята, мы находимся в Вене. Вот вышли погулять. Видите, на улице никого нет. Сейчас чуть-чуть так-то, да, пройдемся. Покажу, что еще осталось. Смотрите, какие красивые букеты. Магазин такой красивый. Такие штучки. Все закрыто, ребят. Никого нету. Одни машины стоят. Это вы в банк ездили. Банки работают, ну что-то с 8 до 12 часов. В один не успели, в один успели. Все закрыто, все тихо. Так, такая обстановка, ребят. На улице тепло. Магазины. Магазины закрыты, спринтоварные. Видите, какие декор, какой хоть показать. Лёлик. Такой декор. Хоть так полюбоваться. А ты дома сидишь и не знаешь уже, что делать. Никого. Здесь же паски готовятся, яйца висят. Тут ножницы великанов подстригать. Сейчас покажу, какие здесь у девушки сапожки. Видите, какие клевые, ребят. Перцы, да? И берем со всех сторон. Площадь Арбетина плац. Все у нас нормально, все у нас пучком. Люди гуляют, только нету туристов. Вот такая вот. Гуляем. Погода отличная, ребят. У нас все отлично. Ну что-то там еще с первого завтра какие-то новые новшества у нас. Ну так все, пока. До свидания, ребята. Всем пока-пока, не болейте. Всем удачи.